Бийские спортсмены остались без бронзы, но зато стали золотыми и серебряными призерами. В Барнауле завершился фестиваль Алтайского края, первенство региона по армейскому рукопашному бою. Тринадцать команд и больше 300 участников оспаривали места на пьедестале почета. Наш город представляли воспитанники Бийской федерации рукопашного боя спортивного клуба «Эфа». Ребята выступили достойно. В общей сложности они завоевали 8 наград, 4 из которых золотые, еще столько же серебряных. Первыми своей категории стали Денис Брусенцов, Кирилл Кубарев, Александр Попов и Максим Паршин. Вторые места завоевали Тимофей Литвиенко, Никита Судаков, Артем Хохлов и Евгений Образцов.